14 октября 2018 года, Харьков, площадь Свободы, День защитника Украины. Прошел парад. Прошел, идет еще концерт. А мы по домам через выставку техники. Техника тут, мама не горит. Бронированные. Стой, сейчас мы обойдем вот так. Коля. Не знаю. Ну, а пусть не знает. Восьмидесятка БТР, ну это привычно. Машинка. Одна из самых распространенных. Тоже украинская. Не советская. Шишуречек. Помнишь мои фотки, что я тоже? Танчик. Ну его, конечно, за детьми не видно совершенно. Ну да и хорошо. Так и должно быть. Оса. Да, машинки, конечно, громадье. Как-то по телевизору они такими громадными не выглядят. Подожди.
Насколько мы готовы? Все, белую пастету. Там хоть. Вика. А там что? Да, это потрясающе. Конечно, как такую махину эти лопасти поднимают. Самир. Больше удивляют только автожиры, где вообще только от набегающего воздуха на лопасти поднимаются машины. Без тяжела. Угол атаки. Механизм перекоса. Да, вот тебе и аппараты тяжелее воздуха. Октября 2018 год, Харьков. День защитника Украины.